За время новогодних и рождественских праздников никаких серьезных сбоев в оказании коммунальных услуг населению на территории Одинцовского района не произошло. Глава района Александр Гладышев поблагодарил сотрудников ЖКХ за слаженную безаварийную работу. Докладчиком по обоим вопросам, рассмотренным на оперативном совещании, выступала заместитель начальника управления комплексного социально-экономического развития администрации Нина Прослова. Сравнивая показатели социально-экономического развития района в 2010 и 2011 годах, Нина Ивановна отметила общую положительную динамику. У нас один показатель ухудшился – это количество уволенных. В 2010 у нас было их 318 человек, в этом году 2011 – 546. И в основном это войсковые части, академия в Кубинке и так далее. То есть такой показатель. Все остальное у нас лучше. Другим вопросом, вынесенным на совещание, стала готовность муниципальных учреждений и предприятий начать оказывать свои услуги в электронном виде. Это один из наиболее важных моментов формирования электронного правительства. Московская область попала в число нескольких пилотных регионов, где оказание муниципальных услуг в электронном виде должно начаться уже с 1 марта 2012 года. Что такое муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления? Это деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по вопросам местного значения, определенных в 131 федеральных законах и в соответствии с 210 федеральным законом об организации предоставления государственных муниципальных услуг. К марту 2012 года муниципальные организации должны начать принимать в электронном виде заявления об оказании услуг. С января 2013 заявитель получит возможность отслеживать с помощью интернета ход исполнения своей заявки. А уже с 2014 года граждане будут получать в электронном виде результаты исполненных заявок. Мы с вами должны 1 марта приступить к оказанию муниципальных услуг в электронном виде. Вот очень внимательно записывайте, потому что 1 марта мы приступим. Кто не сделает свой вид, значит, тот будет наказан и уволен с работы по своему направлению. Никто не останется на работе, если до 1 числа не выполнит свои. Еще раз вас предупреждаю. Понятно, что делать все серьезно. Прозрачность власти муниципальной – это как раз электронное правительство. Все, закончили обсуждение. Для исполнения требований федерального законодательства о предоставлении услуг в электронном виде администрация района планирует задействовать несколько специальных серверов и создать 6 рабочих мест для обслуживающих систему операторов. Также для облегчения пользования системой в фойе администрации района будут установлены специальные информаты, которые позволят заявителям получать необходимую информацию как о самих услугах, так и о формах заполнения документов.